Все, я понял. Я понял. Я понес его, уходи. Ты его начал нести, а я его в этот момент полечил. И, короче, теперь он привязан к тебе. У сиамские близнецы. А что у него с ногами происходит? Куда тебя нести? Подожди, 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 как камеру повернуть? А что у тебя с между ног вообще? Это черная дыра. У меня между ног кости. Скажите, как камеру повернуть? Это смыслительное зрелище. Ну, серьезно. Вы лучше фрап включите. Я уже включил, я снимаю. А, окей. Господи. И как теперь отцепить? О, сейчас не двигайся. Погоди, Костя не может отцепиться? Пиздец. Что за жесть? У Кости еще лицо такое. Так у меня нет. Обратите внимание на выражение лица его. Да-да-да. У меня нет теперь кнопки пут или что-нибудь такое. Нет. Убейте его кто-нибудь, я его брошу тогда, а потом вас воскреснете. А, ну он сам упал. Это я боюсь, что не помогло. Что там происходит? Ну теперь воскресите его. Кто в прошлый раз воскресил? Ох, воу. Там на дороге самолет что ли стоит? Пока мы тут, ну, воскрешайте, я не буду, а то опять... Да, походу там на дороге...